ночь противник обстреливал градами жилые кварталы Горловки. В городе многочисленные разрушения, пожары и жертвы. Утром обстрел продолжился. По позициям ополченцев огонь не велся вообще. 4-я рота 3-го Семеновского пехотного батальона Народной армии Новороссии захватила поврежденные БРДМ карателей в Благодатном. Благодатный остается за Народной армией. Под Мариновкой и Дубровкой в настоящее время продолжаются бои. Артиллерия Народной армии наносит удары по позициям и скоплениям живой силы и техники карателей. В районе терминала Мариновка у населенного пункта Тараны и около Григоровки многочисленные пожары, горит автотранспорт и броня прокиевских сил. Их артиллерийский огонь практически подавлен. Между населенными пунктами Константиновка и Новомихайловка ДРГ «Птицы» из состава 2-го славянского пехотного батальона подорвало на управляемых фугасах два КАМАЗа с пехотой карателей. Вчера в том же районе уничтожена выезжавшая на огневую позицию установка «Град». Продолжаются бои за Благодатное. В ходе боя маневренные группы Народной армии из состава 4-й роты 3-го Семеновского пехотного батальона подбили один БТР карателей.